Политехнический МГУ Дмитрием Алексеевичем Леонтьевым. Ну, имя всем известно, и многие из вас изучают труды и работы Леонтьевых, и методика смысложизненных ориентаций часто применяется нашими студентами в исследованиях. Сегодня одна из наших студенток, которая применяет данную методику, тоже специальный вопрос подготовила, чтобы сегодня, имея возможность встретиться в таком формате, задать Дмитрию Алексеевичу. Дмитрий Алексеевич не только профессор факультета психологии МГУ, и автор многих пособий, книг и монографий, но и сотрудник нашего университета, возглавляет лабораторию в Институте инклюзивного интегрированного образования. Поэтому по проблематике людей с инвалидностью эта данная проблематика ему тоже очень важна и активно занимается работой по данной проблематике и в исследовании. Когда мы были в санаторно-лесной школе, я тогда предложил выполнить тест, там целая батарея тестов, она заняла около часа, и тогда пообещал, что будет встреча с Дмитрием Алексеевичем, потому что данное исследование проводится совместно, ну и будет возможно встретиться и обсудить какие-то интересные вопросы, касающиеся нашей жизни. Сегодняшнюю тему мы назвали «Вызовы жизни и стратегии поведения». Я надеюсь, что сегодня первая встреча, и данный разговор мы продолжим попозже. Поэтому сейчас я представляю Дмитрию Алексеевичу слово и его сотрудники лаборатории, которые присутствуют, Аня и Татьяна. Будем надеяться, что возможность послушать их тоже будет. Тем более, что одна из них уже в ближайшее время выходит на защиту своей кандидатской диссертации. Дмитрий Алексеевич, вы нас слышите? Сейчас включите микрофон, если выключали, да, там внизу. Хорошо, сейчас я не слышу, может быть, у меня какой будет, но попробуйте тогда обновить. Да, нормально. Теперь меня должно быть слышно, да? Да, слышно, нормально. Только мне приходится все время гонять по экрану. Опять же, технические накладки, как всегда, сначала. Я прошу прощения за них, но я думаю, что дальше мы постепенно приспособимся. Я приспособлюсь, точнее, к вашей чудо-технике, и в дальнейшем эти накладки останутся в прошлом. Меня сейчас хорошо слышно и видно? Отлично. Хорошо. Угу. Отлично. Тогда я просто буквально, наверное, скажу несколько слов. Сейчас у меня не было идеи что-то такое специально говорить, какую-то речь толкать. Вот Бронис Бронович сказал о желании со мной встретиться, когда вот запускалось это исследование. Я просто скажу несколько слов, каким образом я оказался здесь, каким образом началось и для чего это исследование, каким образом я оказался вообще в этой проблематике, которая для меня достаточно новая, и к чему все это. Буквально совсем коротко, и потом, наверное, буду больше отвечать на конкретные вопросы. Бронис Бронович сказал, что я сейчас заведую в Институте инклюзивного интегративного образования лаборатории, но эта лаборатория, она образовалась совершенно неожиданно, без каких-либо специальных намерений всех ее сотрудников, а она выросла из... Так, картинки нет. А меня сейчас слышно, да? Да, нормально слышно. Прерывалось на какой-то момент изображение. Да. Она возникла из чисто исследовательского проекта, исследовательских задач, и началось, был просто проект, связанный с тем, что меня интересовало всегда личность в широком смысле слова. Личность, как она развивается, что с ней происходит. И я как-то пытался понять личность немножко более сложным образом, чем понимается она в большинстве там, учебников и подходов. Для меня во многом то, что связано с понятием личность, это то, что человек сам выбирает разные способы обращения с собственной жизнью. У психотерапевтов есть такой
вопрос любимый, что именно ты делаешь со своей жизнью. Да, вот в старой, традиционной, классической, древней психологии исходило из того, что есть условия, есть внутренние условия, генетика, генотип, то, с чем мы рождаемся, предпосылки, есть внешние условия, социальные, культурные, давление, возможности, накопленный опыт и так далее. Была так называемая теория двух факторов, про которые вы знаете, что вот это вот эти два фактора, внутренние, биологические и внешние, социально взаимодействуют, и на выходе получается наша психика, наша личность. Вот. Потом добавилось очень важный момент, что они не просто взаимодействуют, а там еще есть деятельность, которая посредует это взаимодействие двух факторов. Они не просто механически взаимодействуют, но и они в зависимости от того, как конкретно строится деятельность, от этого зависит то, что происходит на выходе, а потом появилась идея о третьем факторе. Собственно говоря, саму личность забыли, потому что на каком-то этапе, на достаточно, в общем, раннем этапе, но у всех по-разному, личность начинает сама вмешиваться в этот процесс и влиять на все то, что происходит, и, собственно, от личности зависит то, как сказываются на ее жизни и первый, и второй фактор. Есть определенная степень свободы, есть определенная степень выбора, причем она во многом индивидуальна. Был замечательный такой в 50-е, 60-е, в основном 70-е годы польский психолог Казимир Домбровский. Он прямо, собственно говоря, ввел идею третьего фактора, что сама личность является третьим фактором, который опосредует как раз вот взаимодействие первых двух факторов и их влияние на нашу жизнь, на наше развитие. И вот все, собственно говоря, все, что я делаю, пытаюсь делать, крутится вокруг этого, вокруг того, как по-разному может строиться жизнь людей, в зависимости от того, какой они сами в своей жизни принимают участие. Это проблема одновременно и научная, и практическая. И я в практическом режиме тоже пытаюсь этим заниматься. В режиме, ну, условно это можно назвать экзистенциальное консультирование. И именно в режиме, именно там возникла как раз такая формулировка, которая была сказана одним клиентом, не моим клиентом. Вот, а мне передала психотерапевт такую замечательную фразу. Я наконец поняла, сказала клиентка, вопрос в том, я живу или жизнь меня живет. Вот это вот самая главная проблема, я живу или жизнь меня живет, проблема для всех. Кому-то легче, кому-то труднее, но в общем, кто сказал, что должно быть легко. Кому-то больше везет, кому-то меньше везет, но все равно вопрос остается тот же самый. Я живу или жизнь меня живет. То есть, то ли мы просто плывем по течению, действительно остаются эти два фактора, внешние и внутренние, биологические и социальные, а мы особенно в это не вмешиваемся, разводим руками, говорим, ну что ж поделать. Или все-таки наша личность вмешивается в этот процесс, а личность, вот недавно я наконец окончательно сформулировал то определение личности, меня часто просят определять личность, я затрудняюсь в определении, но вот последнее время как-то вот пришел к такой формулировке, личность это то, что человек может противопоставить внутренним импульсам и внешним давлением. Так вот, кто может, кто не может, точнее, кто хочет, кто не хочет, потому что мы обычно, когда говорим «я не могу», но на самом деле за этим стоит «я не хочу». Что-то, если мы выбираем это делать, мы говорим «да, я могу». Если мы выбираем этого не делать, то мы говорим «я не могу». Есть уважительные причины. На уважительные причины все ссылаются всегда. Так вот, эти вопросы меня интересовали, и когда мои коллеги и ученики, которые работали намного раньше меня в МГППУ, рассказали, что здесь целая программа на факультете информационных технологий, где учатся много ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень заинтересовались, а вот как с их трудной жизненной ситуацией они справляются. Идея тоже, что, вероятно, по-разному. Здесь тоже очень большую роль должны играть различия, в какой степени люди сами готовы что-то менять в своей жизни или не готовы. В литературе не художественной, нон-фикшн, есть много свидетельств людей, которые преодолевали даже самые, что ни на есть, неблагоприятные жизненные ситуации, связанные как раз вот с
физическими, с телесными ограничениями, но чаще всего мы, в общем, обычно не очень вспоминаем, когда мы слушаем Бетховена, мы не очень вспоминаем, да, что Бетховен был глухой, когда мы там читаем работы Бахтина, мы не вспоминаем, что Бахтин был инвалидом, вот как-то вот в голову не приходит, если специально об этом не задумываться, просто там читаем, ну, Гомер, там, классический пример и так далее, то есть кому-то удается, кому-то не удается, но если кому-то удалось, да, значит, есть, в принципе, способ, значит, все не фатально, способ как-то самореализоваться и построить свою жизнь достаточно удовлетворяющим образом. И вот это, собственно говоря, то, что нас заинтересовало, и мы начали пытаться построить исследование, придумали программу, договорились с руководством университета, был создан временный научно-исследовательский коллектив. Мы только-только начали работать, как вдруг грянула реорганизация, перестройка, создан был институт проблем интегративного образования, и мы неожиданно проснулись в лаборатории в составе этого института. Но лаборатория, так лаборатория, значит, стали работать уже в режиме лаборатории проблем развития личности, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из того, что, в общем-то, проблемы развития личности, в принципе, те же, только условия более трудные, чем у условно здоровых, как в нашей лаборатории мы называем их сверстников. Да? Потому что, ну, опять же, людей без ограничений, часто на научных конференциях я спрашиваю, поднимите руки те, у кого неограниченные возможности здоровья. Обычно все-таки никто не рискует поднять руку. Возможности здоровья у всех так или иначе ограничены. И это всегда задает определенные рамки. Ну, дальше уже начинаются индивидуальные различия. Но самое главное, как нам кажется, вот с тех позиций, которые мы пытаемся реализовать, это не столько сами рамки, которые есть, сколько то, как сам человек к этим рамкам относится и как сам человек строит стратегию своей жизни и своего взаимодействия с этими рамками. И здесь достаточно существенные различия. Но мы, в общем, работаем где-то 2 с небольшим года в этом ключе. Не могу сказать, что мы чем глубже мы в эту тематику, в эти вещи вгрызаемся, тем больше возникает вопросов, тем больше проблем, тем больше трудностей. Это обычно, это нормально. Всегда, когда с любой проблемой начинаешь серьезно разбираться, количество новых вопросов и заморочек становится больше. Но вот, тем не менее, есть ощущение, что как-то двигаемся, продвигаемся. И основная, что ли, цель – понять, как те, кому удается построить свою жизнь удовлетворительным образом, вопреки и несмотря, как они это делают, и как-то передать этот опыт другим, тем, у кого это не так хорошо получается. Вот это вот такая главная сверхзадача. И мы сейчас расширяем. Мы начинали работать на факультете информационных технологий, где в очной форме учатся большое количество ребят с ОВЗ и в колледже при университете. Но вот сейчас с этого года мы начали сотрудничать с Бронисом Броневичем и расширяем спектр наших интересов на, соответственно, всех, кто учится в заочной форме, в дистанционной форме. У нас еще сейчас мы только в процессе выработки исследовательской программы, мы ее еще до конца полностью не довели, но мы сейчас начинаем что-то пробовать, и вот то, что мы немножечко начали пытаться проводить в школе, это еще вот такие первые попытки, прикидки, перестрелки, пилотаж, как это называется, что-то посмотреть, понять. А дальше в течение нескольких, наверное, ближайших лет, по меньшей мере 2-3 лет, мы планируем на более такой постоянной основе, как раз прежде всего дистанционно, то есть через интернет, онлайновым образом, как-то просить вас поучаствовать в таких достаточно развернутых исследованиях, которые касаются ресурсов личности в трудной жизненной ситуации. Вот такое введение. Дальше, наверное, я прервусь и буду отвечать на вопросы. Хорошо, пока наши студенты готовят вопросы, я хочу задать вопрос, который часто нас волнует,
и мы его нередко обсуждаем. Это как влияет наше мышление и наша психология на наше здоровье. Какая корреляция? Прямая корреляция или монотонно возрастающая и так далее. Что вы могли бы по этому поводу сказать? Именно влияние нашего мышления. Да, нашего мышления, нашей психологии. мышления, да. Все можно сделать и в пользу для здоровья, и в ущерб для здоровья. Мыслить можно тоже много, долго и продуктивно, и на пользу для здоровья, и в ущерб здоровью. Мышление и мышлению рознь. Поэтому прямой связи здесь, наверное, нет. Есть такой классический, значит, идеал, это не идеал, а точнее, наоборот, такой фаржированный образ немолодого профессора, который только и делает, что мыслит, 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 а о своем теле совершенно не заботится, ведет нездоровый образ жизни, там курит и так далее, там не спит ночами, на улицу не выходит с чахлым таким цветом лица. Вот здесь мышление, мышление рознь. Здесь тут мышление, которое идет в ущерб здоровью, а с другой стороны, все зависит от того, на что направлено. Если думать о себе, если думать о том, как сохранять продуктивность, вообще есть на самом деле такая интересная связь. Сразу сошлись на факты. Было интереснейшее исследование, оно продолжается. Вот уже, наверное, лет 50 или даже больше, так называемый Гарвардский лонгитюд, самый длинный из всех лонгитюдов, которые сейчас в мире существуют. Напомню, что лонгитюд – это способ исследования, когда одни и те же люди повторно тестируются через разные заметные интервалы времени на протяжении более или менее долгого периода, отслеживаются. Так вот, выпускники Гарвардского университета начали отслеживаться сразу после окончания университета, и сейчас им уже близко к 80, тем, кто жив. Вот, и на протяжении многих десятилетий их регулярно с ними там каждые 5-10 лет проводили и психологические, и медицинские замеры. Вот, и периодически регулярно выходили книги на материале этого исследования, и сравнивали с некоторыми другими лонгитюдами. В общем, сейчас анализ с точки зрения того, идет какие факторы определяют, влияют на здоровую и успешную старость хорошую, то есть возможность людей, во-первых, прожить подольше, не умереть раньше времени, во-вторых, в старости чувствовать себя хорошо, благополучно, счастливыми, не какими-то развалинами, а вот благополучная такая старость. Оказываются очень интересные вещи. Многое из того, про что известно и про что СМИ все время твердят, подтверждается. Но подтверждаем, скажем, о роли там, физических упражнений, там, алкоголя, курения и так далее. Это все достаточно, с одной стороны, стереотипные вещи, с другой стороны, выясняется, что все зависит от возраста. В одном возрасте что-то срабатывает, а в другом не срабатывает. Например, скажем, курение, оно является существенным фактором после там, 40, но до 40 оно принципиальной роли не играет. То есть, если вы успели бросить до 40, все нормально. Вот после 40, если вы не бросили, то это уже дает негативный прогноз по отношению к качеству старости. И с некоторыми другими вещами. Физические упражнения тоже, скажем, в молодости они играют меньшую роль. А уже с определенного возраста они оказываются более важны для того, чтобы себя хорошо чувствовать в старости. Так вот, я к чему? К тому, что интеллектуальная активность и уровень образования просто коррелирует с продолжительностью жизни и благополучием старости, по данным этих американских индексов. Один из факторов, который влияет. Ну, в Гарвардском лонгитюде оно как раз сказалось, потому что там у всех был один и тот же очень высокий уровень образования. Но в некоторых других лонгитюдах разброса не было, чтобы посмотреть связь. А в некоторых других, более коротких, но тоже достаточно серьезных лонгитюдах, где были люди с разным уровнем образования, там такая связь была четко однозначно установлена. Работать головой, то есть мыслить, не переставая до глубокой старости, заниматься интеллектуальной активностью, иметь образование, это полезно для здоровья. Хорошо. У кого есть вопросы? Сейчас хочу сразу попросить всех ведущих, у кого есть статус ведущего, отключить микрофоны. Внизу есть значок микрофон, иначе иногда возникают шумы и эхо. Да, Хорошо? слишком много вопросов.
чате, я не успеваю всех их уже озвучить. Да, я вот озвучу из чата вопрос. Есть ли работы по самоорганизации времени, жизни, как личностного ресурса? Назовите авторов. Значит, смотрите, есть много работ по самоорганизации времени, как личностного ресурса. В основном в контексте такого... В контексте деловой психологии я сейчас не могу сходу назвать авторов, есть целый ряд таких практических источников, но я сразу должен сделать одну оговорку. Время как личностный ресурс – интересная проблема отдельно. Я занимался проблемой времени, ко времени можно относиться по-разному. Можно относиться ко времени как к ресурсу, можно относиться ко времени как к вообще вот жить вообще вне времени, не воспринимая его. И здесь есть еще третий способ отношения к времени, про который я скажу. Отношение, первое главное развлечение, да, жить во времени или жить вне времени. Что я имею в виду здесь? Если мы живем во времени, то мы как-то ощущаем, воспринимаем нашу жизнь как связанную, как имеющую единую структуру, как тянущуюся из прошлого через настоящее в будущее, как имеющую какую-то цель, направленность, движущуюся вперед, и в соответствии с этой целью мы, используя те ресурсы, которые у нас есть, и время, конечно, главное из них, можем что-то делать, чтобы к нашим целям приближаться. Ресурсы есть только у того, у кого есть цель. Если у вас нет цели, то ничего для вас не будет ресурсом. Ресурс всегда для чего-то. И время то же самое. Но вот если нет этого ориентира, цели, смысла, для чего оно, то время становится бременем, тягостью, и люди начинают убивать время. Убийство времени – это такая форма медленного самоубийства, потому что время – это то, из чего состоит жизнь, и убивать время – это кусочки от жизни просто отделять. Но здесь понятно, что если человеку не повезло, и он не нашел, пока не смог найти то, для чего ему жить, и для чего это время может становиться ресурсом, то действительно как-то возникает тенденция его убивать, оно становится излишней. Но есть еще третий способ отношения ко времени, который не противоречит, в принципе, первому и второму, да? Потому что время может восприниматься как нечто самоценное, не как ресурс для какого-то результата, а как то пространство, в которое что-то может происходить, неизвестное само. Мы его не подчиняем себе в этом случае, не встраиваем в какую-то структуру собственной деятельности, не эксплуатируем, а просто это больше к восточному такому мировосприятию. Здесь много чему тоже можно поучиться. Естественно, если вся жизнь из этого состоит, тоже не очень хорошо, но, по крайней мере, какие-то отрезки должны быть, когда мы должны предоставить времени просто быть, если мы в состоянии из этого что-то извлечь. Извлечь из жизни, из процесса, из потока, как он есть, что-то, что жизнь может нам дать. Не надо считать, что мы только все знаем уже заранее, что мы цели поставили, мы знаем, что нам нужно, и ничему новому жизнь нас научить не может. Вот есть у многих людей такое предубеждение, такой предрассудок, что вот они в каком-то возрасте сформировались, у них есть четкие ориентиры, и все. И дальше уже ничего нового они принципиально извлечь не могут. Это большая ошибка, они тем самым закрывают для себя возможности очень многое для себя в жизни получить. Так, хорошо, какие вопросы? Просьба поднимать руку, вы знаете как, символ поднятой руки. Пожалуйста, можете задать устно. И в чате есть вопросы. Один из вопросов следующий. Может ли темперамент влиять на мотивацию деятельности человека? В какой-то степени может. В какой-то степени. Вообще на мотивацию влияет много разных вещей. На мотивацию гораздо больше, чем нам кажется, влияют факторы ситуационные. Гораздо меньше влияют какие-то глобальные потребности, а больше то, как складываются обстоятельства здесь и теперь. Это часто недооценивается. Темперамент, конечно, в какой-то степени сказывается, потому что темперамент может предполагать человека к импульсивным, непродуманным каким-то действиям, или наоборот позволять ему в большей степени
ну, как-то не спешить, а учитывать какие-то дальние последствия действий. Вообще человек, с которого началась, по сути дела, вся современная психология мотивации, Джон Локк, он 300 лет назад предвосхитил как раз многие современные теории, самые прогрессивные, если почитать его основные работы, там просто удивительное прозрение по поводу человеческой мотивации. После него еще долго ничего похожего не было. И в частности он писал про то, почему люди вообще часто принимают плохие решения, о которых потом жалеют. Потому что часто люди просто не способны достаточно хорошо представить себе ситуацию какого-то отдаленного будущего. Они четко достаточно представляют себе те выгоды, которые они могут получить в настоящем. А вот что будет в будущем, они просто не очень хорошо в состоянии себе когнитивно эту картину вообразить. Поэтому они и принимают ошибочные решения. Темперамент, в частности, может как раз сказываться на том, в какой степени человек может лучше или хуже учитывать эти отдаленные решения, отдаленную ситуацию. Темперамент влияет на склонность действовать как-то быстро, исходя из импульсивных вещей, или медленнее, но по большому счету вот так он влияет на мотивацию. Но это далеко не самый главный фактор, который на мотивацию влияет. Я думаю, что влияние темперамента на мотивацию гораздо меньше, чем влияние многих других вещей. Оно есть, конечно, но какое-то влияние есть. Но не сильно. Да. Вообще еще. Хорошо. Я еще раз ведущий, это Анна и статус гость, потому что он мешает. Хорошо, спрашивает, а какие вызовы жизни, стратегии поведения в соответствии с названием нашей конференции? Ну, я услышал, да, еще скажу одно слово последнее про темперамент. Здесь вообще вопрос влияния. Очень, очень хитрая вещь, когда мы говорим в психологии, используем слово влияние или еще более сильное слово детерминация. Вот здесь всегда требуется очень-очень много оговорок, потому что, с одной стороны, как-то косвенным частичным образом многое влияет на многое, почти что все влияет на все, а вот так, чтобы прямо, если говорить о причинно-следственных связях, здесь таких в чистом виде причинно-следственных связей обнаруживается очень мало. И поэтому мы часто, когда говорим слово о влиянии, используем там в научных работах или в чем-то еще, это то, что в английском называется словом overstatement, то есть такое избыточное утверждение, чрезмерное. Чрезмерное. Вот чаще всего там, где мы говорим про влияние, на самом деле что-то такое более слабое, связь, далекая от причинно-следственной связи. Теперь про вызовы. Собственно говоря, понятие вызов, почему я именно так решил обозначить предмет нашей встречи? Ну вот потому что я обозначил вначале научные интересы, которые привели в эту проблематику. Что такое вызов? Да? Вызов – это, с одной стороны, вроде бы что-то такое достаточно серьезное, от чего трудно уклониться, исходящее извне какое-то жесткое обстоятельство. А с другой стороны, то, на что можно реагировать по-разному. На любой вызов он обычно достаточно такой критический, а достаточно серьезный, ставит вопрос ребром, но это именно вопрос, и всегда на этот вопрос нужно отвечать по-разному. Можно более банальными стереотипными образами, можно менее стереотипными, но всегда есть варианты. Можно вызов принять, можно от вызова уклониться, можно от вызова сбежать. И попытка наша осмыслить как раз вот такую проблему, как физические ограничения, это как бы мы пытаемся подойти к этому в терминах вызова, потому что это вот то, с одной стороны, вроде бы такое суровое и обстоятельство, которое, с одной стороны, просто игнорировать невозможно, но, с другой стороны, всегда есть разные способы обращения с ним. Вот что подчеркивается в понятии вызов. Прежде всего, мы сталкиваемся с тем, что люди сами по-разному себя определяют, идентифицируют. Одни себя сами определяют как инвалидов, для них это вот часть собственной идентичности,
и которые определяют многое, а другие определяют себя как-то иначе, и они себя не категоризуют этим образом. Я читал интервью с одним выдающимся спортсменом современным, который после ампутации двух ног встал на протезы, бегун южноафриканский, который тренируясь, он уже достиг результатов конкурентоспособных с его соперниками бывшими, выходит опять на высшие уровни и собирается побеждать людей, у которых обе ноги, и даже уже начинают обсуждаться вопросы в соответствующей спортивной федерации о том, чтобы запретить ему выступать, потому что якобы там упругие протезы придают ему какие-то дополнительные качества, что ставит его в преимущественное положение по отношению к тем, кто бежит на своих ногах. И он говорит: нет, я не считаю, что я инвалид, но я просто человек, у которого нет двух ног. Но я не инвалид. Вот это другой способ реагирования на вызов. И понятно, что у каждого ситуация индивидуальна. У каждого ситуация более или менее жесткая. У всех она разная, но тем не менее, даже в самых разных ситуациях можно по-разному находить разные способы с ними обращения. По-разному определять себя по отношению к этой ситуации. Вот это я вкладывал вот в это. И, соответственно, разные способы – это и есть разные стратегии поведения, разные стратегии жизни. Так, кто хочет спросить, может быть, так, устно, пожалуйста. Не стесняйтесь, задавайте вопросы так. Нажмите на символ поднятой руки. Вот я сейчас вижу вопрос в чате про приобретенную пассивность. Вот, интересный вопрос как раз по делу. Угу. Давайте я сейчас прямо на него начну сразу отвечать. Значит, он уже ушел. Помогите найти и прочитать его. Чуть раньше был вопрос про приобретенную пассивность, где-то 2-3 минуты назад. Ну ладно, в общем, суть понятна, да, что смысл вопроса был в том, что нам рассказывали про приобретенную пассивность, как из нее выходит. Вероятно, я не знаю, наверное, вам рассказывали про то, что чаще всего все-таки переводится как выученная беспомощность, наверное. Да, это вот такой устоявшийся термин, то, что в начале 70-х годов открыл Мартин Селигман в экспериментах и на животных, и на людях, обнаружил, что если какое-то время издеваться там над животным, над человеком в таких условиях, что значит, давать ему какие-то отрицательные, неприятные воздействия, болезненные, от которых никак животное или, соответственно, человек не может уйти никакими способами, никак не может избежать, а потом перевести в другие условия, где все будет продолжаться тем же способом. Но, тем не менее, есть способ как-то устранить этот неприятный, нехороший стил и уйти от него туда, где он не действует. Но собак били током через металлический пол клетки. В первом варианте, значит, не было варианта уйти, а во втором было соседнее помещение, куда можно было уйти, где пол был заизолирован. Ну вот, собака, которая не подвергалась предварительной обработке, она быстро находила этот вариант и уходила от действия отрицательного раздражителя. А человек, то есть, и то же самое с людьми. А после предварительной обработки она даже не пыталась это делать, она просто, собаки лежали в углу клетки и стонали, и даже делали изменения. Вообще это очень напоминает все.
характеристики. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день в психологии нет однозначной трактовки понятия личностная ответственность? Вот такой вопрос. Так, у кого еще есть вопросы? В чате вопросы поступают. Да, Игорь задает вопрос. Согласитесь ли вы со словами? Люди все извратили, перепутав идею, назвав ее верой и раздробив все и всех на религии. Это вопрос. Согласитесь ли вы со словами? Проходит мимо человек, так мы узнаем, свой он или чужой,
А просто если его взгляд на мир совпадает с нашим, если он в нашем месте находится, то он свой. Если он говорит что-то еретическое, по-другому объясняет, да, как в другом месте совсем чужое, не в нашей деревне. Но то же самое сейчас я рассказал, что это школа, и со всеми другими кусочками. И как способ отделения. Так, кто хочет задать вопрос? Так, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Татьяна, алло, слышите? Алло, алло, Татьяна, вы где? Татьяна Владимировна из Вашингтона. В чате. Я здесь. Да, Татьяна, вы долго ждали встречи с Дмитрием Алексеевичем. Вы, Татьяна Владимировна из Вашингтона, докторантка Политехнического университета. Правильно? Какие у вас есть вопросы, да? Вы читали книжку, которую Нет, Дмитрий Алексеевич подарил слушать нам? Вопросы и... да, еще не дочитала до конца. На самом деле, как мне кажется, несколько такие есть такие территории, где сходятся с когнитивно-поведенческой точкой зрения, на мой взгляд, может быть, прокомментируйте. Если вы говорите, что на ваш взгляд, то вы и прокомментируете, да? Как я могу прокомментировать? Я не очень глубоко знаком с как вам, как вы считаете? У меня в группе есть человек, который сертифицированный когнитивно-поведенческий терапевт, прошел всю структуру обучения, и у нее как раз прекрасно это все совмещается. Елена Игоревна рассказывала, вот, с которой мы очень тесно сотрудничаем по ряду направлений. Все нормально, но что? Когнитивно-поведенческий – это подход такой практический. Я сейчас не претендую на то, что есть какие-то... Ну, я вообще исхожу из позиции таких, то, как я обозначаю свой большой подход сейчас, это скорее примерно так, общемировоззренческий, общеметодологический. Это синтез экзистенциального подхода, культурно-исторического и системно-кибернетического. Потому что на самом деле за эти три подхода в них очень много принципиально общего, и они вместе, все вместе взятые, образуют некую единую парадигму, которая противостоит парадигме там черт, диспозиции и реагирования на стимулы, которые доминировали в психологии весь 20 век. А вот культурные, деятельностные, экзистенциальные и системно-кибернетические подходы, они все исходят из первичности самих отношений с миром, а не каких-то сущностей, каких-то там диспозиций, каких-то вещей. Они исходят из некого непрерывного потока активности, которая как раз первична, а возникающие какие-то конкретные структуры, они вторичны. И это процесс непрерывный, это процесс самокорректирующийся, это процесс гибкий. Бернштейн писал, что функция рождает орган. Сартр говорил, что существование предшествует сущности. Алексей Николаевич Леонтьев говорил, что деятельность порождает психику. Это все различные формы проявления для одного и того же. В общем, когнитивно-бихевиоральные взгляды, они ставят себе более конкретные ограниченные задачи. И при каких-то принципиальных я не вижу... точек расхождения, ну, они наверняка где-то есть, но они сейчас меня меньше всего волнуют. Если мы столкнемся с этими точками, тогда будем разбираться. Пока, ну, никак не могу, ничего не могу сказать. Много есть разных хороших подходов. Меня сейчас, в последнее время, все-таки, последние несколько десятилетий в мире господствует тенденция не на обособление разных школ и подходов друг от друга. Это было до 70-го года, а с 70-х годов, с начала 70-х годов резко изменилась во всем мире ситуация, и стремление разных школ и подходов обособляться друг от друга сменилось стремлением, наоборот, находить друг у друга что-то ценное и полезное, и движение к выработке некоторого общего языка. То, чего не хватает сейчас психологической науке,
то, что должно произойти в течение ближайших нескольких десятилетий, как это произошло в других науках, и то, на что сейчас направлена работа с самых разных сторон, это выработка единого общего языка, единая общая система понятий и категорий, подобно тому, как это Линней сделал в биологии, Менделеев в химии, Ньютон и потом Максвелл в физике. Вот, главное, что сделал Ньютон, да, общий язык, общая система категорий, которая увязала очень много из всего, что было. Одним языком. То же самое Линней, то же самое Менделеев. В психологии еще такого человека пока нет, но есть ощущение, что это, в общем, не очень далеко должно произойти. Поэтому слышно меня, да? Или не слышно? Ощущение, что меня не слышно. Нет, вас слышно. Замечательно. Ага. Вообще, я просто хотела заметить. Говорите. Нет, поэтому меня не очень сильно волнуют. Как раз по этой причине споры расхождения между подходами и отстаивание там правоты одного подхода, критика другого подхода. Меня гораздо больше интересует, наоборот, то, что можно обнаружить общего в разных подходах, то, к чему все идут, вот та точка схождения, ну не точка, а некоторое общее поле, то, куда разные подходы могут принести и сложить туда что-то свое. Конечно, оно требует некоторого переосмысления, трансформации, это не механический процесс, но тем не менее, вот, мне интереснее вот это. На самом деле, я благодарю за то, что вы подчеркнули тот момент, что действительно во всем мире идет тенденция такого эклектического подхода, рассмотрения любой проблемы с разных сторон, не в функции двух сторон, какой-то одной стороны, да, правая, черная, левая, там, я не знаю, и так далее. Не знаю, может быть, я ухожу немножко в другую сторону, если что, отпихните меня. У меня складывается впечатление, я давно, в принципе, слежу за тем, как в России развивается психология и особенно практическая психология, что не знаю, если меняется ли эта тенденция, что в России пока что приоритетом является, вот как кто-то выделяет одну какую-то теорию, и вот, допустим, кто-то там заявляет, вот я психоаналитик, или я гештальт, или я вот выучил там НЛП, и вот это вот только я и придерживаюсь. Ну, людям важно свою идентичность таким образом обозначить, да? А как проще всего обозначить идентичность? Через противопоставление другим, через отделение от других. Это в некотором смысле проявление того, о чем сейчас на глобальном, на макрополитическом уровне идет разговор по поводу отношения там, к другим нациям, конфессиям и так далее. Самое главное, очень важным почему-то для человека, сверхценным, я бы даже сказал, использовал здесь клинический термин, оказывается для многих людей их этническая идентичность. В основном подозреваю, что это во многом в связи с тем, что у них ничего другого особенно ценного в самих себе не обнаруживается вообще, кроме этнической идентичности, здесь, в принципе, может найти каждый. Вот. Многие люди, к сожалению, ничего другого вообще в себе не могут найти, что любить и ценить, поэтому они выпячивают на первый план именно этническую идентичность, противопоставляют себя другим и так далее. Вот здесь может быть тоже более слабое проявление того же самого. Спасибо. Вопрос такой. Дмитрий Алексеевич, вы каждый год организуете конференцию «Смысл жизни». Это уже много конференций, нет? Это не так. Это неправда. Каждый год организуют конференции по смыслу жизни ПИРАО. Я иногда на этих конференциях бываю, не имею никакого отношения к этой организации, просто мне, честно говоря, не нравится эта организация, она очень рыхлая такая. Вот. Значит, я организую раз в 3 года конференции по экзистенциальной психологии.
раз в 3 года, и называются они Всероссийские конференции по экзистенциальной психологии. Следующая будет в 2013 году. За эти конференции я отвечаю. За их программу, за их организацию. За конференции по смыслу жизни, которые проходят в апреле каждого года в Пирау, я не отвечаю. Но вы принимаете активное участие все равно. Выступаете на конференции. Часто принимаю в них участие. Они еще называются по смыслу жизни и акме, а я очень не люблю слово акме, не люблю слово акмеология, но это мое собственное, мои личные какие-то предпочтения, просто, ну ладно, просто на самом деле. Хорошо, вопрос с чата, вот последний. Что вы посоветуете людям, которые по роду профессии вынуждены принимать жизневажные решения быстро и действовать эффективно, когда нет времени на осознание ответственности? Это трудно, но здесь для этого не всегда нужно время. Человек, который привык принимать, а здесь, как все прочее, это дается с некоторым с временем, с опытом. Человек, который привык делать в жизни такие решения, которые действительно имеют далеко идущие последствия и вовлекают очень серьезную проблему ответственности, он постепенно становится способным делать это быстро, не задумываясь. В некотором смысле ситуация такого нравственного выбора, экзистенциального выбора и так далее, она тоже в начале, как и любой выбор, у меня цикл исследований, кстати, по выбору идет очень интересно, где выбор понимается как деятельность, которая имеет развернутую структуру, которая может сворачиваться, разворачиваться и так далее. И здесь точно так же, здесь такого рода решения, они при недостаточном опыте, они требуют более развернутого времени при работе, когда человек привык принимать решения в критических обстоятельствах, он в состоянии действительно делать это быстро, очень. Такое впечатление, что вообще как бы не задумывается импульсивно, на самом деле нет. На самом деле это процессы не непроизвольные, не импульсивные, а постпроизвольные, то, что называется, когда уже вся содержательная проработка уже автоматизирована, свернута, и человек делает это быстро. Так что такого рода принятием решений тоже можно, по моему глубокому убеждению, обучать. Вопрос такой. Наши студенты неоднократно поднимали вопрос, нужен ли психологу психолог. Что вы могли ответить на этот вопрос? Думаю, что да, нужен психологу психолог. Хотя, ну, опять же, по-разному. В принципе, не каждому человеку нужен психолог. И это относится и к психологам. Не каждому психологу нужен психолог. Вот. Есть люди, которые прекрасно могут обойтись без психолога, которые сами хорошо саморегулируют собственную жизнь, которые сами в себе чувствительны в своей жизни, которые не попадают в такие ситуации, о которых бы они потом жалели. В некотором смысле вот то, что я делаю в плане моей практики экзистенциального консультирования жизни и творчества, это как раз и есть работа, направленная на то, чтобы помочь людьми быть такими, чтобы им не нужен был психолог. Вот. Но гарантии, как известно, никакой 100% нет. Даже страховой полис нам не может дать 100% гарантию. Психологи точно так же не исключение. Психологам тоже может быть нужен психолог, а может быть и не нужен психолог. Не всегда, понимаете, почему говорят о том, в частности, психотерапевты, нельзя быть психотерапевтом без каких-то серьезных психологических проблем и нарушений. Да? С одной стороны, они должны быть обязательно проработаны, психотерапевт должен знать, как его собственные внутренние проблемы и нарушения могут влиять на его работу, а с другой стороны, если их совсем нет, то не хватает чувствительности у психотерапевта в работе с другим человеком. А чувствительность вырабатывает только наличие своих каких-то проблем, не только собственное благополучие. Вот. Есть много на эту тему разных соображений, но в общем, в этом я говорю, опять же, самый общий вывод, что психологам, как и всем людям, в общем-то психолог нужен, но не всем не обязательно. Так, был раньше вопрос, может ли завышенная самооценка повлиять на жизнь человека? Любовь.
любая самооценка может повлиять на жизнь человека, и завышенная, и заниженная. Мы не знаем, что повлияет на нашу жизнь, когда и где. Но понятно, что завышенная самооценка, она очень сильно человека любого отделяет от окружающих, отстраняет, отчуждает, лишает его чувствительности, лишает его интереса и внимания к тому, что происходит вокруг. А зачем? Там слышно чего-нибудь, кого-нибудь? А, где-то на какое-то время звук пропал. Надежда пишет: жизнь каждого из нас представляет собой нескончаемую вереницу тестов, в которых мы все мы проявляемся по-разному. Ну, можно так сказать. Когда не было тестов, говорили, что жизнь представляет собой вереницу экзаменов. Конечно. Сейчас в моде стало тесты, видели слово экзамен, слово тест. Ну, конечно, то есть тесты это. Но здесь отличие, правда, есть одно существенное отличие. И в случае экзамена, и в случае теста всегда существует правильный ответ объективный. Мы должны его как-то найти и дать ответ близкий, ну, правильный или близкий к правильному. А вот в жизни не всегда. Не всегда существует правильный вариант. Алло, слышно? Да-да. А вообще, как вы относитесь к тестам? Ну как, я отношусь к тестам, да, я имею отношение к тестам. Моя, собственно, карьера, собственная профессиональная, началась с 10 лет преподавания практикума по психодиагностике в МГУ в большом очень объеме. В частности, одним из продуктов этой работы стало написанное мною методическое руководство по тематическому альтерцептивному тесту, которое до сих пор остается фактически единственным стандартным руководством для русского языка, другого на горизонте не видно. И сейчас опять актуализировались вопросы, связанные с психодиагностикой в нашей стране, потому что последние 2 года пошли как-то очень сильно процессы, направленные на какое-то упорядочение и создание каких-то нормативных документов по регулированию психодиагностики, по выработке каких-то стандартов, которые как-то приближались к тем стандартам, которые в цивилизованных странах есть, потому что это очень серьезная область психодиагностики, которая очень хорошо, очень серьезным образом нормативно регулируется. У нас полное какое-то бескультурия в этом отношении, как в плане профессиональном, так и в плане юридическом. Во-первых, нет ни малейшего представления о том, что у большинства пользователей, что у методики есть автор, что у автора есть какие-то права, что есть методики, за которыми стоит определенная авторская ответственность, есть методики, которые вообще ничего не стоит. Это когда-то Никита Богословский, известный остряк, говорил о том, что в наше время, это 60-е годы, любой текст, напечатанный на машинке и скрепленный скрепкой, называют документом. Так вот сейчас, пожалуй, в наше время любой текст, напечатанный на лазерном принтере и скрепленный степлером, называют методикой. Вот, утеряны критерии того, что является методикой, что не является. Вот, а методика является только такой способ, такой инструмент, возможности которого давать нужную нам информацию доказан. Подавляющее большинству, часто даже популярных иногда, и многократно производящихся так называемых тестов, имеющих хождение, это не относится. Ну, например, не существует ни одно на русском языке, ни одной апробированной, доказанной, с проверенными психометрическими характеристиками версии теста Кителла. Хотя существуют десятки ходящих по рукам разных переводов теста Кителла. Но ни одной легальной, за которую кто-либо отвечал, которая была бы апробирована, проверена
и возможность ее работы на русском языке, где доказано, не существует. Поэтому ее, строго говоря, использовать нигде нельзя. Это маленькая деталь. Но у нас будет большой разговор на эту тему на съезде РПО. Сейчас начали, наконец. Первый документ был сделан нормативный впервые после 1936 года, когда у нас разгромили всю психодиагностику, полностью сравняли с землей. Первый документ был принят этим летом, постановление УМО, рекомендации о порядке использования психодиагностических методик в квалификационных работах студентов. Вот. Это вообще исторический документ, я принимал участие в его разработке. Вот. Сейчас готовятся следующие документы из этой серии. Это очень серьезная вещь к вопросу о тестах. В чате был очень интересный вопрос. Елена, как всегда, задает очень интересно. Елена Борисова. Вопрос такой. Является ли наличие жизненной цели у человека важным для психического здоровья? А чем грозит отсутствие жизненной цели? Первое, что я могу сказать, что не надо путать цель со смыслом. Смысл, он очень важен для психического здоровья. Но важно не путать смысл с целью. Потому что есть цель. Если есть только цель, но нет смысла, если смысл полностью совпадает с целью, то может произойти страшная вещь. Вы можете эту цель достичь. И ваша жизнь лишается смысла. Возникает то, что описано в психологии, если не ошибаюсь, Вадим Ротенберг это описал, как синдром Мартина Идена по имени героя романа Джека Лондона. Мартин Иден, писатель, такой моряк, писатель-самоучка из низов, пробился, сделал себе карьеру, добился всего, чего хотел, стал известным, стал богатым, вошел в высшее общество, получил женщину, которую он хотел и так далее. Вот. И что дальше? А дальше он кончает с собой. Потому что все цели достигнуты, и жить незачем. Вот это происходит, когда смысл подменяется целью. Поэтому осторожно с целями. Цели меняются, а смысл – это то, чего нельзя достичь. Это вот смысл всегда формулируется так, что они задают что-то. Нет способа реализовать смысл. Есть способ достичь цель. Да? Одну цель, другую, третью. Поэтому очень важно, чтобы ориентация была не на смысл, не на цель, а на смысл. Дмитрий Алексеевич, вы часто бываете за рубежом, и у вас есть возможность наблюдать за поведением, да, наших коллег за рубежом. Вот, есть ли межкультурное различие в поведении, где вы бываете за рубежом и конечно, наших? Конечно. Вы знаете, здесь довольно грустная ситуация. Опять же, тяжелое наследие советского эксперимента. Дело в том, что наука – это абсолютно международное дело. Это международное дело. Есть международный язык. Сейчас это язык, безусловно, английский язык, который играет ту же роль, что и латынь там, в средние века. Человек, если в средние века не знал латыни, то он не мог называть себя представителем корпорации, соответственно, ученый, не мог называть себя шкалем. Прежде всего, люди учили в тех там университетах, монастырях, где люди получали образование, сопоставимое с нынешним высшим, да, прежде всего язык, на котором общаются между собой ученые всего мира. Вот сейчас, причем это специфика, к сожалению, только нашей страны. Ученые, ну, добро, понятно, что там по отношению к людям, которые не в молодом возрасте, трудно им как-то переучиваться, учиться, то, чтобы на протяжении большей части жизни было ненужным, даже вредным и опасным, но тем не менее по отношению там, к людям более молодым, эта ситуация очень проста. Да? Если вы хотите играть там, в высшей лиге или в первом дивизионе науки, да, то нет способа этого сделать отличного от того, чтобы учить не только причем язык, но и, не только, но и то, как говорят, как пишут статьи, как, какие контексты. То есть, и надо включаться вот в этот большой контекст, контекст большого мира. У нас, к сожалению, очень многие люди считают, что в этом нет нужды. И
скажем, если, например, невозможно статью, написанную на русском, просто перевести на английский, где-то ее попробовать опубликовать. Потому что даже если она будет переведена на хороший язык, хороших переводчиков, то смысл ее будет недоступен, потому что статьи надо писать по-разному. Если что-то по-разному напишу одну и ту же статью для внутренней аудитории и для внешней аудитории, потому что разные фоновые знания. Люди знают, разные вещи для людей являются само собой очевидными, а разные вещи оказываются для них совершенно новыми. Нужно строить любой текст в расчете на систему аргументации с опорой на то, что люди и так знают, что надо объяснять, что не надо объяснять. Это совершенно разное для нашей аудитории, для зарубежной аудитории. Поэтому вот это, к сожалению, является очень сильным барьером развития нашей психологии сейчас, языковый барьер, и главное, нежелание его преодолевать. Люди со всего мира, россиян меньше всего присылают статьи в международные журналы. Международные журналы, где высокие требования, где высокие, конечно, там сильно придираются, но тем не менее требования, которые можно выучить, которым можно соответствовать. Все, опять же, вопрос только в работе, вопрос только во вложении усилий. Главное только захотеть, но почему-то со всего мира присылают, там поляки, чехи публикуются, там китайцы, индонезийцы и так далее присылаются со всего мира статьи, международные журналы, а вот россиян очень мало. Буквально я знаю, наверное, на всю российскую психологию, может быть, пару десятков человек, которые в этой лиге выступают. То есть действительно регулярно выступают на международных конференциях, знают, общаются с людьми, публикуются в западных изданиях, более или менее как-то регулярно, два десятка человек на всю Российскую Федерацию, примерно. Так, навскидку. Может быть, я, конечно, не всех знаю, но, в общем, тем не менее, порядок существенно не изменится. И это, конечно, очень грустно. Один участник спрашивает, а что делать, если не можешь найти смысл жизни? Это отдельная ситуация, это отдельная интересная проблема. Да? Как жить? Отдельный вопрос. Да? Очень хорошая проблема. Как жить, если не можешь найти смысл жизни? Это тоже момент. Бывают периоды, у меня, например, в жизни, бывают периоды, когда у меня нет смысла жизни, и жизнь происходит совершенно по-другому. Вот. Я бы дал, наверное, такую личностную рекомендацию. Здесь, опять же, в двух словах это не скажешь, но если понимать, что смысл жизни важен, что он нужен, что он есть, да, он не обязательно... Вот может быть здесь и теперь, он может где-то поджидать, и здесь важно как-то перетерпеть какой-то переход, как-то так построить свою жизнь в ожидании смысла, переходный период. Может быть даже не форсировать обязательно необходимо, но опять же нет общих таких ответов, это вот надо бы, было бы в индивидуальном режиме с этим человеком, с автором вопроса поговорить, но тем не менее общее единственное, что я могу сказать в общем плане, что... Вот возможен такой отдельный режим жизни в ожидании. Смысла как-то вот перетерпеть, это тоже отдельная саморегуляция, отдельный способ работы над собой, чтобы не отказываясь от смысла, понимая, что вот если его нет, то его пока еще нет. Вот эта вот формула «пока еще», которая помогает как-то вот сориентироваться в ожидании будущего, в ожидании будущего и во внимании к тому смыслу, который может быть и должен, по идее, быть найден. Смысл – это такая вещь, которую не удается форсировать. Вот если его сейчас нет, если я сейчас хочу, мне подарят нужен смысл, мне его не хватает, то его нельзя форсированным образом как-то найти, из чего-то извлечь. Здесь очень важно, прежде всего, какой-то собственный внутренний настрой. Форсированным образом к нему смысла не добудешь. Продолжение этого вопроса. Елена спрашивает, а что может быть еще смыслом жизни, кроме продолжения самой жизни? Любовь, дети, чтобы без синдрома. Согласно Франклу, продолжение жизни не может быть смыслом жизни по чисто логическому основанию. Это тавтология. Потому что если у жизни есть смысл, то, соответственно, продолжать ее тоже будет иметь смысл. Если у жизни нет смысла, то продолжение жизни тоже не имеет смысла. Чисто логически. Вот Виктор, что Виктор Франкл говорит. Поэтому, соответственно, считать смыслом жизни продолжение
самой жизни логически оказывается некорректно. И по этой системе логически некорректно считать смыслом жизни борьбу за существование, опять же, по той же самой логической причине, потому что здесь ответ ставится впереди вопроса. Потому что если жизнь имеет смысл, то сохранять ее имеет смысл, а если жизнь не имеет смысла, то сохранять ее тоже не имеет смысла. А вообще, нет, варианты, ну, варианты есть самые разные. Любовь — это не просто продолжение рода. Это не просто продолжение жизни, которая была упомянута. Любовь — это как раз во многом нахождение очень многого в самом процессе жизни. Любовь помогает очень много нового вносит в жизнь в сам процесс, независимо от того результата, от тех следствий, которые будут потом. Иногда позитивные, иногда разные, но тем не менее, главное, что она дает, это то, что она дает в самом процессе. Она открывает что-то такое для человека и дает ему такой спектр понимания каких-то тонких слоев жизни, не в эзотерическом плане, а в самом таком, что ни на есть, земном и экзистенциальном, которые без этого переживания для человека оказываются во многом недоступны. Петр Настойчивый продолжает свой вопрос. А что такое режим ожидания смысла жизни? В чем его суть? Режим ожидания смысла жизни. Ну, наверное, как и любого ожидания, да, очень, очень сложно, да, терпеть, ждать, не просто ждать, потому что просто ждать — это когда точно знаешь, что что-то будет. А здесь ожидание не совсем верно. Да? Это скорее, трудно вот так коротко дать общий ответ. Но бывают, скажем так, вера в то, что смысл есть, да, она может помочь перетерпеть мне не только смысл, да, не только сам смысл, но и вера в то, что смысл есть, что он будет, если вот сейчас в данной точке нет, но он должен вот-вот появиться, она может быть сама по себе некоторым смыслом, который временным смыслом, не окончательно, долгое время, потому что она не может там, много десятилетий на этом вся жизнь строить, на вере, она то смысл когда-то придет, но, по крайней мере, какой-то период, там, несколько месяцев, там, год, два, три, можно, она может быть неким таким временным смыслом. А, Дмитрий Алексеевич, вот, наверное, вы исследовали, есть ли, наверное, разные уровни осознания смысла жизни? Если посмотреть, да, по этой градации, низкий уровень, средний, высокий, да, то, может быть, иногда и вредно слишком много чего осознавать. Я не исследовал как раз именно по этой причине, да, потому что смысл жизни — это не вопрос сознания или осознания. В одной модели, которую я построил на эту тему уже после выхода моей книги «Психология смысла», я выделил три аспекта смысла жизни. Одна из них — это как раз вот некая идея, концепция, представление о том, в чем. Но это далеко не самое главное, не единственное, далеко не самое главное. А второе — это объективная направленность жизни, то есть что я реально на самом деле делаю, что связывает воедино, сцепляет, цементирует разные мои действия и проявления в разное время и в разных ситуациях. То есть, и третье — это, собственно, переживание, прежде всего, эмоционального порядка, переживание того, что несет жизнь, да, переживание жизни как о смысле. Я могу, например, часто, да, вот бывает так, я себя ломаю, если мне пытался
найти свой живой жизни, пытался найти это интеллектуально, через формулировку, через объект интеллектуальный. Несколько раз пытался это сделать, потерпел каждый раз неудачу, в конце концов, предприятие просто тем, что пришел принять внимание того, что исходная постановка вопроса была неверной, и что первично надо сначала, чтобы жизнь была осмысленна и не дурна, как пишет Толстой, а во второй очередь уже радует, что мы ее понимаем. То есть здесь само объективное течение жизни, то, как строится жизнь, это лично, а у нас нельзя найти смысл в жизни, которая иная, чем этот смысл. Можно найти только смысл только в той жизни, которая уже идет по факту. То есть не все так однозначно и просто. Конечно. А вы что хотели? А когда к психологу обращается клиент, наверное, часто это связано со смыслом жизни. И какую помощь можно оказать? Это может проявляться в разных формах. Например, опять же, совершенно конкретной ситуации, если у человека начинает возникать страх смерти, это может быть, например, которого раньше не было, это может быть связано с осознанием того, что страх смерти – это там, где не хватает смысла жизни, что жизнь оказывается пустая и куда-то уходит. Очень редко проблема смысла жизни является предметом обсуждения. Это не является культурой обсуждения ни в образовании, как правило. Ну, редко поднимают эти вопросы, а ведь все-таки все опирается на смысл жизни. В российских традициях, в российском менталитете как раз сравнительно часто. Не так. Хотя, конечно, это опять же в основном связано с зависимостью от слоев, в зависимости от каких-то субкультур. Но вообще, исторически, культурно россияне склонны к этому, в общем, в большей степени, чем большинство других культур. Так, какие еще есть вопросы? Можете задать так, чтобы не по чату отслеживать. Я мельком смотрю на сайт и вижу, там сейчас мелькает слово «счастье». Не является, вот я вижу вопрос, не является ли счастье главным смыслом? Опять же, у Пракла тоже был достаточно однозначный на это ответ, что счастье не может быть смыслом, поскольку счастье – это наше внутреннее состояние. А наши внутренние состояния, они возникают как побочный эффект реализации какого-то смысла в мире. Да, смысл, он в мире находится, да, он в наших отношениях с миром, он там, мы на него направлены, на этот смысл, он не внутри нас. Только в мире его можно найти. А счастье, оно внутри нас, оно является состоянием, которое возникает как побочная реакция на нахождение смысла, когда сливается желаемое и действительное, когда реально сливается с нашим желанием по всему фронту, тогда мы испытываем чувство счастья. Ну, раз мы затронули такое понятие, как счастье, поэтому я считаю, что на этой позитивной ноте надо сегодня завершать и договориться о новой встрече в будущем, да, о проблеме счастья. Согласен, Дмитрий Алексеевич? Про счастье я могу говорить очень долго и много. Я как-то целый курс читал про счастье, где-то часов 12 или 16, по-моему, в Томске. Вот, так что здесь, пожалуйста, готов встретиться и поговорить про это. Я думаю, что это очень интересная тема, потому что для каждого из нас она актуальна, что такое счастье, что такое успех, да,
Потому что от переживания счастья и успеха очень много зависит наша энергетика, наше состояние здоровья. Да, мифов, наверное, много. Дмитрий Алексеевич, вам огромное спасибо, что вы согласились сегодня встретиться. Действительно, несмотря на технические помехи, вот, все равно было все слышно и очень интересно. Мы затронули ряд очень важных моментов. Скорее всего, мы только поставили вопросы, многие из них требуют отдельного обсуждения, и на многие из этих вопросов, наверное, нельзя найти ответов. Ответы будем искать всю нашу жизнь. Вот. И следующая встреча, которую Дмитрий Алексеевич согласился, но немножко попозже, или в декабре, или в январе, мы попробуем вместе искать эти ответы на те вопросы, которые у нас возникают. А их возникает много, и каждый умный человек понимает, что как бы спасение рук утопающих это в собственных руках, правильно? Нужно самим пытаться искать решение вопроса. Во многом, да. Другое дело, что опять же, помочь надо людям найти в себе вот эти вот ресурсы, помочь самим себе, да? Вот у кого-то так сложилась жизнь более успешно, что он находит в себе самого, сам себе находит помогающего. Вот. А у другого так жизнь сложилась, что ему трудно, оказывается, это найти, что жизнь у него актуализировала другие какие-то позиции. Здесь надо помочь найти, опять же, в себе тот ресурс, стать самому себе психотерапевтом, самому себе опорой, самому себе помощником. Ну вот проблема, как найти собственные ресурсы для решения собственных проблем, как найти смысл жизни, что такое счастье, что такое быть счастливым и так далее. Это, я думаю, сделаем предметом обсуждения следующих встреч с нашим профессором. Хорошо, Дмитрий Алексеевич, вам большое спасибо. Сейчас еще минута-полтора, несколько сообщений для наших студентов. Хочу напомнить, сегодня разослал информацию.